Прошедшее лето принесло юным слайнцам много радости, хорошего настроения и положительных эмоций. Ведь для интересного, а главное полезного отдыха были созданы все условия. Настала пора подвести итоги летней оздоровительной кампании 2019 года. В районной администрации состоялось расширенное заседание Межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и оздоровлению детей, на котором руководители структурных подразделений, задействованных в проведении летней кампании, отчитались о проделанной работе. Море, туристические походы, экскурсии, пешие прогулки, игры на дворовых площадках, спортивные соревнования – все это позволило юным славянцам провести лето весело и с пользой для здоровья. Организовывала и контролировала качественный и интересный детский отдых в период летних каникул межведомственная комиссия. Ее заседания проходили на протяжении всего лета, на каждом из которых проводились промежуточные итоги летней кампании, учитывались все недоработки, оперативно решались возникающие проблемы. Был осуществлен внутриотраслевой контроль по каждому направлению. Так, управление образованием проведено 23 проверки. Это лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, 6 проверок ровесника. Управление по физической культуре было проведено 30 проверок спортивных площадок. Управление по делам молодежи 45 проверок дворовых площадок. И управление по культуре 41 проверка досуговых площадок. Работа была организована в формате контроля и организации методической помощи. Такая организация работы нам позволила оперативно решать возникающие проблемы и применять необходимые меры по увеличению показателей летнего отдыха и устранению допущенных нарушений. Главная задача программы «Лето-2019» заключалась не только в обеспечении безопасности. Также было важно, чтобы отдых и оздоровление детей были эффективными. Для этого использовались самые разные формы организации детского досуга, цель которых – привлечь как можно больше детей, чтобы каждый ребенок смог интересно и полезно провести каникулы. Благодаря проделанной работе летним отдыхом и оздоровлением было охвачено более 13 тысяч юных славянцев. Приоритетными направлениями работы была организация отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из малоимущих семей и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, а также одаренных детей, победителей районных краевых конкурсов, активистов школьного самоуправления. Особое внимание было уделено занятости трудных подростков, детей-инвалидов. Всего на летнюю кампанию из различных источников финансирования было направлено и привлечено более 32 миллионов рублей. Из муниципального краевого бюджета на организацию было выделено 14 миллионов 309 тысяч рублей. Из них средства краевого бюджета 4 миллиона 206 тысяч и 508 тысяч местного бюджета на лагеря труда и отдыха и средства на функционирование лагеря «Ровесник». С докладами об итогах летней оздоровительной кампании на расширенном заседании Межведомственной комиссии отчитались руководители всех отраслевых структур, отвечающих за ее организацию. По итогам совещания был составлен проект решения, в который были внесены предложения по повышению эффективности летнего оздоровления детей уже в следующем 2020 году. В конце заседания всем, кто принял активное участие в организации и проведении летней оздоровительной кампании, были вручены благодарственные письма. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».